Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Медленно, но верно приближаемся мы к Великому посту. Перед самым его началом Святая Церковь чтит память всех преподобных отцов в подвиге просиявших. Их было великое множество, так что рассказать обо всех не хватит и тысячи передач. Но чтобы совсем не забывались эти святые и богоносные мужи, мы расскажем вам хотя бы о некоторых. Сегодня наше повествование пойдет о великом светильнике египетского монашества, преподобном Иоанне Пророке. Жил он в конце 4-го столетия. Происходил из самых низших слоев населения. В ту пору это значило очень много. К таким людям граждане относились даже с презрением. Но за свои иноческие труды и подвиги святой Иоанн стяжал такую благодать от Бога, что был уважаем не только простым народом, но и вельможами, и даже императором Феодосием Великим. Какой же первый подвиг на трудном монашеском пути? Конечно, это послушание. Вот Иоанн поручил себя руководству опытного духовника и во всем слушался его беспрекословно. Однажды старец поручил ему поливать сухую и полусгнившую палку, пока она не пустит корней. Это испытание длилось целый год. За водой Иоанн должен был ходить за 2 версты по жаркой пустыне. Но ни разу не возроптал он на этот нелегкий труд. Были у него и другие обязанности. Почти не знал он отдохновения ни днем, ни ночью. И так очистилась его душа от всех мирских пристрастий, что засияла паче солнца. В этом и состоит достойный плод послушание. Видя это, Господь наделил святого Иоанна своими причудными дарами. Мог он ясно предвещать грядущие события, за что и был наречен пророком. Приходили к нему и земледельцы, и скотоводы, и всем он заранее объявлял, будет ли разлив Нила и какой следует ожидать урожай. От чего же зависит плодородие земли, спрашивали его люди. От нашего покаяния и мира с Богом, твердо отвечал святой Иоанн. Однажды иноки увидели его сильно взволнованным. Что гнетет тебя, Авва? Спросили они. Получил я известие о том, что идут на Византию несметные полчища варваров, ответил святой пророк. И вот теперь молюсь, чтобы поскорее прибыл к нам императорский гонец, чтобы через него оповестить императора Феодосия о грядущей опасности. Иноки изумились, ведь знали они, что преподобный Иоанн несколько дней не выходил из своей кельи. От кого же мог он получить это срочное известие? Но в еще большее изумление пришли они, когда увидели, что через пустыню на взмыленном коне несется к ним посланец от императора. Все произошло так, как и предсказал святой Иоанн. Гонец прибыл вовремя, и император был предупрежден о нашествии врагов. И по милости Божией одержал он над варварами полную победу. Узнав по духовному наитию об этой победе, святой Иоанн был особо весел и много говорил с иноками о жизни временной и вечной. Когда же день склонился к вечеру, он сказал им: «Принесите мне освященного масла, потому что сейчас оно мне пригодится». И действительно, в лучах заходящего солнца показалась целая вереница повозок. Светлейший вельможа, государев-сенатор, вез к преподобному свою внезапно ослепшую супругу.
Знал он, что вход в скит для женщин запрещен, поэтому оставил всю кавалькаду за полверсты от скита и пешком пришел к преподобному Иоанну. Хотел было изложить свою слезную просьбу, но святой Авва предупредил его. «Вот гостинец для твоей супруги», – ласково сказал он, протягивая глиняный кувшинчик с маслом. «Пусть протрет она этим елеем глаза, а там, что Господь даст». И по Божьим щедротам свершилось чудо. Как только больная протерла освященным маслом глаза, к ней вернулось зрение. От безмерной радости всю ночь до рассвета высылала исцеленная женщина молитвы Богу, благодаря Его за то, что есть в этой дикой пустыне великий светоч и чудотворец Иоанн. Но сам Авва Иоанн искренне считал себя одним из самых грешных людей на земле. «Ведь все это Господь творит по милости ко мне, окаянному», – повторял он, – «чтобы поддержать меня своей всемогущей силой». Такую смиренную о себе мысль пронес преподобный отец до конца своих земных дней. С ней и отошел он ко Господу, которого возлюбил паче всего в мире сем. Будем помнить его светлый образ, ведь благодаря таким людям, вероятно, и держится на своей оси наша многомятежная земля. Храни вас Господь, мои хорошие!